ради вот этой мысли, чтобы довести, попробовать, я сейчас за 60 лет первый раз участвую вообще в таких общественных мероприятиях, так сказать. Формулировать для меня это довольно сложно, потому что я считаю, что, знаете, крепостное право у нас до сих пор продолжается. Мы византийскую, так сказать, традицию переняли. Это Второй Рим был, Москва – Третий Рим. И до сих пор она сохранилась благодаря авторитарной власти советской, так сказать, которая приводит к таким последствиям, на которых мы сейчас оказались. Спасибо. Спасибо.